После реконструкции Ливадийский дворец сможет еще более плодотворно развиваться как музей, ведь теперь он застрахован и, соответственно, любые ЧП ему не страшны. Специалисты ялтинского филиала страховой компании «Глобус» на днях, помимо Ливадийского дворца, застраховали также символ южного берега Крыма – республиканское учреждение «Дворец-замок Ласточкино гнездо». Напомним, Ливадийский дворец-музей вот уже много лет страдает от оползня, восстанавливать который всерьез взялись сейчас. А Ласточкино гнездо находится на хрупкой Аврориной скале, где также не исключены чрезвычайные происшествия. Теперь же, в случае катаклизмов, минимизировать последствия на знаменитых исторических объектах станет проще.